Еще об одной победе. «Комсомольская правда» стала победителем номинации «Выбор года». Издание, которое уже отметило свой 90-летний юбилей, не перестает удивлять читателей интересными и актуальными новостями. Наша съемочная группа одну из первых поздравила коллег. «Комсомольская правда Казахстан» – это газета для всей семьи. Самая родная, популярная и легендарная «Комсомольская правда» впервые получила признание конкурса «Выбор года». За 90 лет активной работы эта награда едва ли не тысячная. В 2016 году казахстанцы отдали свой выбор за «Комсомолку». Ну, все прекрасно знают, что у «Комсомолки» очень много наград, но «Выбор года» – это выбор страны, это выбор республики, это выбор наших читателей. Мне очень приятно, я благодарен всем читателям за то, что они выбрали лучшие газеты, именно «Комсомольскую правду». «Комсомольская правда Казахстан» – газета для массового читателя. Это издание «Долгожитель» в этом году отметило 90-летний юбилей. На страницах освещаются политические и экономические события в стране и за рубежом, культурно-спортивные темы и актуальные социально значимые проблемы. Главное отличие «Комсомолки» – это обратная связь с аудиторией. Наша газета всегда смотрит за настроением наших читателей. И мы всегда переписываемся с читателями, ждем их откликов на наши публикации, и в связи с этим и меняется, и формируется новый контент газеты. «Комсомольская правда» в будущем году готовит несколько сюрпризов своим читателям, но всех карт не раскрывает. Газета с огромной историей не отстает от современных требований. Ежедневно она обновляется в интернет-версии, а по средам для казахстанцев выходит так называемая «толстушка». В ней, кроме привычной информации, «Комсомолка» радует свою аудиторию специальными авторскими проектами. Жанна Рахимжанова, Наталья Раем, Данияр Жусупов, Информбюро, 31 канал.